Добрый вечер, дамы и господа. Фух. Меняем колесики. Зимние снимаем, ставим летние. Такая тачка, загоняешь под два колеса. Ногой. И она поднимается и вытаскиваешь, да? Как-то вот так. Да? Потом здесь отпускаешь. И все, вытаскиваешь. Также можно надевать. Ну, надевать лучше. По одному диску. Тут у нас что? Коллега уже подготовил все колеса. Два диска. Эти останутся. Сюда наденем два моих синих. Здесь будем бортовать. Как-то так. Ну, как это колеса сделаем. Так еще по мелочам надо кое-что делать. Цепочку нужно новую поставить, чтобы седло открывать. Так смотреть надо, да? Мелочи доделать. Вот наш Мерседес. Я его уже снимал. Это водитель получил новую. Этот стоит на ремонте. Так, ну вот я достал с мусорки салфетки такие грязные, да? Ну, где руки вытирали. Начинаем шприцевать. Тут у нас такой этот идет. Можешь тянуть, он разматывается. Надеваешь, нажимаешь здесь, он сам шприцует, да? Сзади я уже сделал. Это сейчас все вытерем. Также с этой стороны. Вот здесь немного. Сзади тут ничего нету, где шприцевать. Так что шприцуем еще спереди. Все смотрим. И все. Вот как-то так, смотрите. Да? Берешь, нажимаешь, и вот она идет, да? Слышно, да, качает? Пуп-пуп-пуп-пуп. И вот ждете, пока не пойдет свеженькая, да? Пока не пойдет свежая. Эти старая какая грязная. Вот ждешь, пока уже начинает идти голубенькая. Yeah.